будем тестировать вот такие вот батареи. У них небольшая емкость, 1200 мАч заявлено, Ultrafire 14500. Это как 2А, только литий. Ну, с рабочим напряжением 3,7 вольта. Поэтому я выбрал такой ток разряда. Ну, одна на разряд показала 250 с 4,20 вольта до 3 вольт. То есть всего лишь 250, а не 1200. То есть их устанавливаешь фонарик, и они очень быстро просаживаются. Ну, сейчас мы вторую проверим. О, во второй побольше, 286. Вместо 1200. Такие вот ультрафайры. В них не 1200, а 280. Тоже поддельные. А другой мне подогнали аккумулятор на 4000 мАч ультрафая. Ну вот сейчас проверим, какая тут реальная емкость. Будем разряжать током полампера до 3 вольт. Ну и емкость этой составила 1720, что в принципе не так уж и плохо.